С Днем Ангела, дорогие именинники! Победители народов – это те, кто с огнем и мечом прошел чужие земли, завоевал их, насадил свои порядки, присоединил к своим государствам чужие и так далее. А сегодня мы с большой радостью расскажем о победителе народов, который побеждал любовью и добром. И победил он так, что плоды его победы до сегодняшнего дня радуют и насыщают миллионы людей на всех континентах. Мы будем вести речь о святом Николае Чудотворце. Именно так победитель народов переводит своего святое имя – Николай. Он родился и жил в местечке Патары. Дядя его был епископом. Его вымолили Николая, его родители, поскольку были неплодны и очень сильно хотели сына. Когда он родился, то в день крещения своего удивил всех тем, что стоял без посторонней помощи в купели, воздавая славу Пресвятой Троице этим таким чудным укреплением этих детских ножек в возрасте, когда не может еще стоять или ходить малыш. К нему присматривали с детства, что будет из этого ребенка. И действительно он всех удивлял. Раньше всех ходил в храм, позже всех выходил, быстро освоил чтение и очень любил уединяться за святыми книгами и за молитвой. Поскольку дядя его был епископом, то он поспособствовал рукоположению Николая, сначала во чтеца, потом в диакона, затем и во пресвитера. Когда дядя отлучался по делам различного рода и путешествовал вне своей епархии, он многие свои дела доверял своему племяннику. Со временем и самого Николая возвели на епископский престол и дали ему в управление город Миры в провинции Ликия. Поэтому называется он Мир Ликийский, чудотворец. На кафедре Мир Ликийской Николай стал солнышком для всех и для вся. Он раздавал милостыню, причем тайно. Однажды узнав, что некий отец, имея 3 дочерей, впал в долги и ради избавления от долгов хочет своих детей, дочерей, отдать на блудодеяние, Николай тайно ночью подал ему 3 узельца с золотом для того, чтобы избавить отца от такой жуткой ошибки и сквернодейства. Он повелевал духами нечистыми и изгонял их, когда они хотели вредить человеку. Однажды, путешествуя в город Святой Иерусалим, Николай видел, как на корабль взошел незримо дьявол, желавший погубить паломников. Молитвою Николай прогнал нечистого с корабля и спас всех путешествующих. С тех пор Николаю молятся все путешествующие по волнам и по воздуху, считая его своим покровителем. Самое известное чудо, которое совершил Николай, это спасение от неправедной смерти, от осуждения 3 воевод. Дерзновенно он пришел на место казни и вырвал меч из рук палача. С тех пор молятся Николаю также и неправедно гонимые, все осужденные ни за что, все томящиеся в темницах. Жизнь его была длинна и богата плодами, духовными и дарами. Однако жил он так, чтобы про него мало знали. Он скрывал это богатство души своей в тайне глаз человеческих. Поэтому фактов, известных его жизни, всего лишь несколько. Остальное он утаил от людей для Бога. Он присутствовал на Первом Вселенском соборе и из праведного гнева даже дал пощечину Арию, который нечестиво учил о том, что Христос не равен Отцу и что Он не Бог. Святой Николай представился Господу, оставив на земле свое благоуханное тело, которое ознаменовалось истечением мира, священного вещества, непонятного происхождения чудесного, которое исцеляет помазующих с этим миром с верою. Впоследствии мощи его, спасаясь от агарин, были с одной стороны украдены, с другой стороны забраны, унесены в Италию, в местечко Бари, где пребывают и до сегодняшнего дня. Русская страна была засеяна храмами никольскими, потому что торговцы, мореплаватели, купцы считали его своим покровителем, и, наверное, нет на всей Руси ни одного города или большого села, где не было бы Никольского храма. Святитель Фотий, митрополит киевский, крестил с именем Николай киевского князя Аскольда. Имя это очень распространено у нас. И мы, конечно, желаем вам, дорогие именинники и все телезрители, чтобы вы и на суше, и на море, и на воздухе в радости и в горе всегда были под покровом святых и многомощных молитв этого любимого всеми чудотворца и дивного угодника Божия. Радуйтесь, дорогие именинники, имена ваши написаны на небесах.